Активный город. Жители мегаполиса должны выбирать, каким будет Новосибирск через год, 5-10 лет. Все активнее к этому вопросу привлекают молодежь. Константин Клещин об итогах 7-го форума городских сообществ. Эти люди не претендуют на должности и портфели в администрациях, но сильно влияют на жизнь районов, кварталов, улиц, домов. Активисты общественных организаций проводят собственный форум «Активный город» продолжительностью почти 2 недели. Например, одной из важных тем стал цифровой контур жизни городских сообществ. Сегодня больше 150 ресурсов существует, которые затрагивают городскую жизнь. То есть нужны понятные для простых горожан, не сложные, нигде нужно искать там в каких-то поисковых агрегаторах, вот эти делать запросы. То есть одно единое пространство, куда ты зашел и нашел все ответы на все свои запросы. Как правило, территориальное общественное самоуправление ассоциируют с людьми в возрасте, которые не хотят быть в стороне от дел мегаполиса. Но это не совсем так. ТОС сегодня молодеет. И именно молодежи уделяют внимание на форуме. И очевидно, что результаты будут. И у них есть несколько свое видение, и договорились, что вот через их молодежное сообщество они включаются в работу ТОС как партнеры. И это нормально. Это хорошо, это перспективно, это нормально. То есть в последующем они могут взять эту работу, честно говоря, на себя. Уже есть идея посвятить форум следующего года исключительно молодым активистам. Очень важно узнать, как они видят будущее своего города, как хотят благоустроить дворы, скверы, какие мероприятия готовы провести в рамках своих территорий. Константин Клещин, Алексей Зубило, Новости ОТС.